Мы договорились, чтобы я напустил поближе, ну что, вроде картинка, то есть держу, держу, он уже вообще в ногах у меня. А этот оттуда пошел. Слушай, а этот какой рыженький красивый. Я в упор практически стреляю и мимо, и сразу тебя вспоминаю, как я над тобой в машине прикалываю. Так он выходит, встает на меня и смотрит, блин. Между двух деревьев, там расстояние сантиметров 10, блин. И ты туда пыль. Я стою, не шевелюсь, потому что, ну, чувствую, блин, там, уйдет в сторону, опять в дерево, мне люди не простят. И он вперед двигается, я бух, все, ой, готово. И этот то же самое, выходил оттуда, встал. Главное, шеврон крупным планом. Да, белуга решает. И этот тоже оттуда бежит, видимо, чувствует запах, встает. Он на меня встал. Я стрелял, и вот сюда побежал. Да, и вот он сдвинулся, бац, все, готов. Семь штук кабанов. Нормально. А может, там еще взяли, посмотрим. Сейчас побед. Ладно, можно рад, и еще один закончик. Ну ты не то, что карма рад. Карма кончилась. Такое плохая. Два кабана сегодня на меня выходили, двух не взял. И реабилитировался. Уже перестал верить в себя. Там тоже стреляли, да? Да, были стрелы. Thank you.
мимо, прошел мимо меня, мимо Леши. И пошел туда вот, на номера. По нему, наверное, стреляли. Может, лось, конечно, но вряд ли. Скорее, кабан. Чтобы особо видно не было, но вот он где-то рядом. Шел, слушал аккуратненько. На нас не вышел. Прям на машину. Обидно. Нам вышло несколько кабанов, они отстоялись весь загон в этом мелятнике, и когда загон был закончен, собаки их обнаружили, я попытался подойти. Похоже, что я промахнулся, но все равно нужно сейчас будет посмотреть. Собаки, была еще одна возможность стрелять, но я не успел, слишком она была кратковременная. Собаки погнали кабанов дальше. Конечно, можно было попробовать подходить, но уже существовал риск нарушения техники безопасности.
потому что кто-нибудь мог выстрелить на шорох. Поэтому сейчас дождемся егерей и еще раз посмотрим. Я не знаю, я, похоже, промахнулся. А что, он туда прошел? Ну, часть туда побежала. Видимо, один просочился туда. Ну, там собаки-то не слышали. Вот здесь прям они воняют, его... они здесь стоят. Ну, я подходил к ним, стрелял, вот он мелькнул. Да, ты достреливал его? Да, я промахнулся, наверное, подожди. Они, значит, загон закончился. Ну, сейчас расскажу. Нет, как бы, ну, тебя мы слышали, и собак, как они работали, а слышно было. Я вернулся. Вот так вот он, да? Вот так они ушел. Вот так пошли. Да, туда. Да. Я просто... А они... туда погнали. А? Туда погнали, да. Ну что, ты предлагаешь бежать, а там сейчас номера стоят. Надо бы сказать, посмотреть, судя по всему, семья, несколько кабанов здесь стояло, вот, собаки их держали, я попытался подойти, стрелял, может быть, я промахнулся, вот, но надо пойти посмотреть. Далеко нет? Да нет, вот здесь я сейчас проведу, 50 метров, наверное. Они уже после окончания вагона здесь стояли, а собаки просто... Вышел, машина стоит перед тем, как стоит здесь. Чувствую, что стоит, слежу, что стоит. Вы выходите тут, куда он стоит? Ну и чего? Чего? Я просто стрелял вот здесь. Два раза куда он стоит. Ты попал или не попал? Снимай прицел, пошли. Правильное решение – добрать, погнать их всех. Так в этом загоне, в котором собираемся гнать, в этом этот чекай. Вот, смотри, вот здесь копыты взломают. Подожди, выход! Ружье! Карабин, блядь, возьми. Я далеко не вижу, вот, смотри. Паша, в каком загоне? Вы что, прогнали или который собираемся гнать? Выше в деревню. Они остановились, потом там подшумели вот этим выстрелом, ребят. И он вот так чесал через меня, и я еще выстрелил по нему. Ну, уже в угон. Ну, блин, он на таких махах шел, он просто... Ну, вот там я как бы видел тут это... Что? Кусты требухались. Ну, здоровая такая дура поскочила. Там... А вот не дошло целое стадо. Вонь чувствую, так он ее вообще занимает, просто на весь лес. Ребята, собаки поймут или нет?
ствол и один нарезный хвост. Нет. Нет. Давайте я пойду с нарезным. Пошли, нарезный. Где-то в районе леса дальнего, там где заберезделки, вот он там где-то проходил, его собаки толкали, потом он видно собаки его бросили, там постепенно сюда начал приближаться. Вот, где-то вот в районе он, 30 метров за кустами, слышал, он стоит. Как раз постепенно он начал продвигаться, в этот момент машина начала выезжать. Вот, мне только вдоль дороги стрелять. И вот в тот момент, когда кабан перескакивал дорогу, а там стояла машина, я вот через эти кусты успел в него 2 раза стрелять. Вот, дальше вот он отошел 100-150 метров. И... А собака тут был? Да, начал фыркать. Потом отошел чуть подальше, еще раз фыркал. А верный признак того, что все-таки это был подранок. Вот. Второй загон, когда делали, сначала вот здесь в 3 метрах пошла одна лиса, потом вторая лиса. Ушел, знаешь, собака пришла. Да, собака пришла. Жалко, не догнал. Жалко, хороший большой был кабан. Вот. А потом вот там где-то чуть подальше, чем машина, стоит из-за кустов, ну, у меня просто ружье было в другой сторону. Я смотрю, вот это вот, видимо, этот же подранок, тяжело идет, он на каждом шаге он фыркает. То есть он не спеша перешел дорогу, так фыр-фыр. Вот я вот пока разворачивался, но дальше совсем кусты, стрелять уже не было возможности. Ну вот, к сожалению, сейчас уж темнеть начало. Хорошим надо, конечно, будет его идти искать вместе с собаками. Ну вот он, я думаю, что далеко здесь не уйдет, но вопрос, что вряд ли нам удастся сегодня его добрать. Сюда его пригнали собаки. И собаку он разогнал. Потому что они по нему работали, я видел белую собаку, уже недалеко от меня стоял. Но он пофурчал, и они разбежались. И он после этого уже тогда пошел на тебя. То есть собачки его побаивались, это хороший действительно был кабан. Потому что да, просто так вот сигаретка собаку не бросит. Да, и вот во втором загоне, как раз когда уже тоже опять все закончилось, практически загонщики дальше прошли, вот здесь аккуратненько тоже краем, вот начало, еще один кабан начал проходить, ну вот метров в 30-50, я вот в него выстрелил один раз, и вот, видимо, его как раз нашли. Пойдемте посмотрим, что там получилось. Аккуратненький, компактный кабанчик. Да, 5 грузин. Второй. Был побольше. Ладно, ну что, пойдем по дорожке аккуратненько, нас догонят. А что догонят? Давай сразу садись. А что, сейчас они развернутся. А, нам принудим. Сюда они сделают. Итак, завершилось 2 дня загонной охоты в Национальном Нарочанском парке. Вот, охота прошла, ну, как нам кажется, достаточно на хорошем уровне. Было взято много зверя, много видели зверя. Вот. По организации охоты, как я уже говорил, достаточно на высоком уровне. Есть небольшие недочеты, недостатки, но это больше, так скажем, технического плана. Технического плана, в общем, впечатления очень положительные. Надеемся, что не раз еще сюда вернемся. Нашей команде удалось за 2 дня добыть 15 зверей, что, я считаю, очень хороший результат. Пусть не каждый остался с трофеем, но каждый стрелял, у каждого был шанс. И если кто-то не реализовал свою возможность, я надеюсь, что он это сделает в следующий раз. Надеемся, что еще не раз вернемся в Белоруссию, именно сюда. Будет весенняя охота, будут будущие загонные охоты. Надеюсь, что сотрудничество нашей команды с Национальным парком Нарочанским будет плодотворно продолжаться. Вот, как бы много положительного сказано, критика, но критика конструктивная, в плане, как бы, я думаю, она пойдет на пользу, в плане повышения уровня
обслуживание охотников и как бы организация охот. Ну, собственно говоря, все, охота состоялась.